Всем привет, меня зовут Андрей, вы на канале Industrial Tool. Это видео будет продолжение к моему ролику, который я снял давно, и в котором рассказывал про все вот такие 18-вольтовые УШМ. И как оказалось, не все различия в этих УШМ-ках я указал в том ролике. И поэтому у меня сейчас в руках DGA504 модель и УШМ DGA506. И как оказалось, вот в том ролике я рассказал, что различия у них всего лишь в тормозе. Они абсолютно одинаковые, только у 506 есть автоматический тормоз, вот брейк. У 504 нету. Давайте я продемонстрирую, как это работает. Видите, она быстро останавливается. И берем... Но, как оказалось, не только в тормозе идет отличие, но и в самих передних фланцах. Если вы видите, на 506 фланец сделан чуть-чуть выше. И совсем другая идет другое крепление. Если, например, посмотреть вот эти фланцы под диск, то у них есть отличие. Вот это 504, вот это 506. Они, получается, взаимонезаменяемые. Они вот прокручиваться будет, это тоже сюда не встанет. И также, если мы установим, например, ну, образно диск, но этот диск не плоский, а зачистной. Расстояние, вот когда мы держим в руке, если кто-то без кожуха работает, здесь 2,5, там 2,4, что-то такое. А здесь уже будет 3 сантиметра. То есть 5-6 миллиметров разница. Ну и также и сам кожух, если мы... Установим кожух сюда и сюда. Видите разницу? Вот здесь я держу палец, не влазит. Здесь уже расстояние намного больше. Также по качеству, хоть у нас внешний корпус редуктора абсолютно одинаковый, но видите, литье разное совсем. И с таким фланцем передним не только идет 506 модель, а еще там много моделей, я их вы увидите на экране. В принципе, и вся разница. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.